Я Битвы? с умом не было, блядь, ничего, я был занят. Ну даже Я можем звал уснуть, полкан. но за время, пока мы здесь сидим и говорим, можно было уже 10 раз прилететь Я не туда через портал, прилетел. прилететь через портал из Агримара выше на землю, долететь до инста, долететь в шатрат из Долорана и долететь до инста из шатрата. На коне можно. Я в груль прилетел. Я бы долетал, но я сидел тут фурычу, блядь. На ДК. Я не туда прилетел. Это вообще огонь, бля. Я так тоже летал. В РС-ку нахуй летел, а прилетел в ЦЛК, нахуй. Нормально. Ничего, там тоже драконы есть. Ну, может, вы выскочим да засумоним, там кого да, надо. Да, предлагаю выскочить да засумонить. Элементарно, два человека. Кто, микстурка? Чулан не знает, что я ради меня, да? Чулан. Зашел в Каражан, вышел под Огри, да? Гурский. Кого сумонит? Плюс в чат, ребят. Я предлагаю вам, тем, у кого нет перед глазами всего рейда, либо вытянуть группы. Когда вы нажимаете клавишу О английскую, есть вкладка рейд. У меня есть такие группа 1, там написано Турбойс, там Red Better, Гонгел, Господин, Ванзай. Есть такие надписи над этими 5 людьми. Группа 1, группа 2. Так вот, если я вам открою секрет, это действительно никто не знает об этом. Очень мало людей об этом знал. Если нажать левой кнопкой мыши и держать, и на эту группу потащить на середину экрана, ну туда, где вам удобно, то о чудо! Здесь появится целых 5 ников, и можно и вторую группу тоже вынести, ничего себе, да? И там и баф, и дебаф, и все видно. А почему волшебник кудесник, а что, так можно было? Представляешь, да? То есть, и можно тыкнуть на человека, посмотреть, где он находится, понять, сумонить его или нет. Можно тыкнуть и нажать на сумон, и сумонить его. Представляете, да, как можно? Да не, это как-то муторно, блядь, тяжко, но это я в пизду, я такое делать. Ну, кроме того, есть много аддонов, которые позволяют, помимо этих стандартных, которые вот я рассказывал, вытащить фреймы. Это фреймы называются. Квадратики с именами людей, это фреймы. Есть грид, есть вуду, есть хилбот, есть эксперл, и есть очень много аддонов разных. Ой, пошли пиздить босса, блядь. Новый инфы бесполезный. В смысле бесполезный? Ты так и не научился вкус передавать. Бля, чё у нас такая напряжка? Одевайте уже моего там паладина, блядь. Раз уже с палами такая напряжка. Ты на выкрики приходил, блядь. Только не напряг с варами, блядь, всех остальных нет. Так квесты не сделаны. Жан делать на виклике, нахуй, что поделать. Ну, у меня еще там, блядь, бомж. Ой, завтра будешь собирать, блядь. Ты завтра что-то типа вихлика будешь на своих вагонах собирать? Я же закрыл. Блять, ты вообще ебанутый? Ты вообще спишь хоть иногда, блядь? Я закрыл. А уже блядь, только начинаешь с кадры, блядь. Так, он сегодня и целка, то есть, оп. О, если что, я шаманом пойду. Там шаманом уже бедный. Я пойду, блядь, энхом, сука, с 8к. А чё, тебе надо зломан, блядь? Мне максимум, на кого нужен зломан, это, блядь, на шамана. Мансумака. Я вообще сюда пришел сделать ебучие квесты на магиках руля, блядь. Я вообще хуй знает, что я сюда пришел. Просто так пришел. Я тоже ДКшником этим просто так пришел. Каким? Каким? Угадай. Хуй знаю, угадай. Они не в дупле, да?
Исключённый винарь сидит, блядь, это Алиса новая. А, это ты, блядь, платную серию даешь? Честь тебе нахуй. По голосу и винар, блядь, за два дня покидала жизнь немного, да? Да, да. Блядь, блядь, власть подруга. Нет, это просто лимон пропал надолго, а то он будет... Всё, забухала подруга. Да лимон... А, они с лимоном отжигают, блядь. Вот кто такого Лисы голос и поменялся. А че с Синдры упало на этой неделе? Кто знает, тут делать есть... Талик упал, Талик. Когда на БГ жопа горит, блядь, то лучше сходить пока в полу. Чувак наделся, блядь, забрал и талик, и все, что можно. О, блядь, так это сосава дамажить будет теперь, блядь. Он дамажит, он дамажит. Я смотрю, как он дамажит. 18-19 ПДП с гроза, блядь, 300 тысяч. АФК стоит, блядь. Вот как не люблю я трэш чистить ДКшником-то, блядь, ёбаный уротанчик. Алиса, ни одной профы нету прокачанной. Только, блядь, янчада 400-й нахуй. Блядь, любая проф опять коголды, блядь. Потом она себя еще и купает, я хуй пойми. Кузнечик, ювелир. Ты там застряг вверху, блядь. На цепи. Я на кубню пойду, сразу предупреждаю. Я тоже на кубню пойду, блядь. Земля ему пухом, нахуй. Я лагаю, блядь. Те, кто сказали, что не пойдут, пойдут в первую очередь. А Джурада в кота или в хила? В кота, мосса в хила. Значит, раз куб. Мусор посильнее хилит просто. Кинь лутера на себя, потом на меня перекинь. Еще один на куб. Турбейс хочет на куб, да? Да, какая разница. Ты сколько у нас танков? Ты, я, Бокрус. Ну, Бокрус я справа буду. А кто еще мне один на боссе повисит? А, еще танк надо. Ну смотри, может, у кого спят. Джира, блядь. А, Шейпер, нахуй, в танка, блядь. У меня меткости нихуя нету, блядь. Я не попадаю. Ну я предупредил, блядь. Слышишь, ты на трэше. Ты на трэше будешь. На трэше, чтобы волну там, блядь, на контроле. Два и... вара на трэше, два ДК на босс. Мы с тобой в дипломе обменяемся. Рыба хотя... стоит, да? Нет, сейчас давай... я метки расставлю. Давай на ДКшников. Ты на Бокруса кидай на Невинар. Чтобы у нас там иногда трэшивался. Он трэшит, поможет. Ну там, конечно, половину времени одного бьет. Ебать, я уже щит и зачарил, блядь, и камушек въебал, который только что взял, нахуй. Чё за гений на варе, блядь? А сколько там меткости должно быть, ты говоришь? 249. Охуенно, 49. Что 49? Нахуй. 49 лет. Кому, блядь? Вы о чём, нахуй? А ему пету, блядь, заебал ты, нахуй. Танков в одно патче, говоришь, да? 49 лет будешь в Польше жить. Блять, я б с радостью здесь жил, что ли, получается. Так, да. Там Игорь, подавай на карту побыту. А чё там? Так там карта побыту уже не дают, нахуй. Дают, схуяли не дают. 8 месяцев будет без выезда сидеть там, пока не... Потом заполонили хохлы, блять, нахуй, эту Польшу бедную, нахуй, блять. Куда вам давать, чё, блять? Ой, лутер на тебе, я не могу, блять, через ЕП. Чё, блять, кому бдилку дать? На Бокрус.
Блин, нашел. Лучше, Рипер, твои от креста к центре порталы. Вейда порталы от луны к центру также. Эти два портала. Ну там, куда босс, если что, луна встает, оттуда будет выходить, и ты туда идешь. Ну типа да, блядь. Чулан, чё не хватает? Креста баф. Блять, тут еще и, сука, другие, этот, нахуй, расстановка, блять, сам. Я Алисе, правда, расстановку просрал. Крикни еще раз. А то я сбил, по-моему, твой крик, ничего себе. И, блять. Сейчас макрос, тут есть Нагурского специально выведенный, блять. Угу. Есть стерию, блять, а где она, блять? А, во. Же в центре бить, блять, сука, я чуть нахуй не побежал, блять, туда, нахуй. Еще раз, еще раз. Кто Эрел-то, блядь? Алиса или кто? Я Эрел. Да, да, Алиса. Пиздите мне просто сейчас. Сопляем. Валерьян кизрелил. Сейчас дам бомжей. Так, вы еще живы? Че за завис? Вокрус, бомжей. Чистав, что ли, ты, Владик? Бойда спрашиваю. Вот так ты, Вячеслав, она назвала. Ем БРС-ку-то? Ой, я не знаю. Десятку, 25. Пятку. Десятку. Не знаю насчет 25. Завтра как? Завтра днем будешь? Я просто завтра на 18. Поздно не смотрю. Готовимся, активация через 40 секунд, давайте. Восколоши это быстренько настакаем, что ли? Да легендарные этот, блядь. Блядь, ты слышишь, я буду раскол стакать, тебе нравится? Хорош. Стакай, только нормально все. Бокру станет в меня. Когда мне тоже, наверное, нравится. Будет, да. Когда будет сокрушительный удар, этот, забираешь его с меня. И так по очереди будем делать. Что там? Гурский, подойди ближе, чтобы я тебя, блядь, истерил. Суджира там поддерживаем, потому что не будем поддерживать. Геру? Гера пошла. Линда. Ой, Алиса, я реалитна. Я опять сбил, блядь. Назову этот сука. Забирай. Крикни еще раз. Сколько у Алисы хп, блядь? 83. Это сука, блядь, жирная. У нее проф нет нормального. А потом видос посмотрит, респаем разъебет. Алиса РЛ, да? Не, блядь, ты куда натрапит? За суку жирную. Забирай. Блядь, я процентов не вижу. Чё там надо? Перед 50 говорить? Да, сейчас я включу процент. Это у меня промо. Кубы, приготовьтесь. Прожали. А мой не жмёт. А, не жмёт. Осторожно, с огня вышли. Бес и весь рейд.
Я не вижу урона по бесам, весь, сука, рейд. Алло, нахуй. Бесов все влились. Никто босса не бьет, ни нахуй. Бьете бесов. Чуть ты босса забыл. Там остал. Забирай. Добейте беса последнего. Зайду в центр. Прожали, прожали кубы. А, это врата, да? Кубы даже. Не кубы. У меня, сука, привычка, что... Звезду захил. На этом ложе. 57%. 56, да? Стопать надо, наверное. Кто там вышел? Так. Завели босса под врата, все под врата. Блять, нахуй вы их фирите, сука. Все зашли под врата, нахуй переводим босса. Сейчас дадим вам прожим. Заводи их в ноги боссу. В одну точку желательно, пожалуйста. Быстрее переводите. Дал прожимку, добивайте мобов. Бок раздавай прожим. Добивайте трэш в босса. В лужах не стоим. Я забыл, кубы будут или нет? Нет. Нет. Зеленому баблу мана залейте. Ты сейчас отлетишь в лужу. Курси? Я нет. Ой, дай прожимку. Зачем? Пускай будет. А то, блядь, в прошлый раз помню, нахуй. Было, блядь, что-то нахуй, что весь рейд для... Под печати били, что ли, нахуй. Да нет, таковые, нет. Ну, если хотите, можете в лужу зайти, дай прожимку, да? Да только что вышли все, слушай. Рейд нормально, мне перед глазами не светит. Забирай. На БТК хуй кто сорвет игрока, я надо. Ну да. Поэтому это топ танк из-за волемёта еще. Бля, ещё одной кнопкой сорву. Сорвёшь, нахуй, желательно посокрушить или не так, чтобы тебя в лужу откинул. Хорошо. ФДП получился в одном лете. Одиннадцать процентов, десять. Это значит, что не релаж будет. Научи плохому, научи плохому. Научил плохому, даешь ДПС, зато в лужу стоишь. Забирай.
Ну, хиловская твинька, не знаю. И плащик. Сумку в ГБ. На Алису я нихера ролить не буду. Портал, кому не нужен шмот, ставь портал, летим. Да. Я могу радовать квест. Блять, не кашляй так, на. Пиздец, у Алисы даже, блять, до сих пор 150% маунт стоит, блять. Что ты вот ролишь, нет? Кого, не знаю. Сейчас. Так, я в коте. Мне можно быть медальон в ролике или нет? На офспек можно. Ты не писал, что... А на основной можно? Джурада, а у нас мейн спек, у него хил. Ну типа нажмешь меня... этот мейн спек, либо куда. Я офспек уже нажал. Да он хуёвый, не бери его, блять. Мне уже отдали. Кто? Просто хп на помойку, блять. Ну, я не знаю, я посмотреть хочу это. Потестить нужно будет. Равен. Ну, блядь, типа, у меня основная пуха это, блядь, арбалет. У кота мейн пуха это, блядь, мейн пуха. Бери ее. Мне вообще 4 печеньки нужно на хило. Или лучше ты 10 на хило. Кто скажет? На друг. Хантам, да, за второе ГП. Катан за первое ГП. Посох. Не, я имею в виду из печеньки на хило. Или лучше ты 10 одевать на ребро. Или ты 4 лучше на печеньки тратить. Ты ну что? На Эрдру надо 10. На это да, надо еще смотреть. В идеале, конечно, Т10 будет лучше. Жал. Он там говорил на королей Шарпе, а на груля самого пана взял. Каждый день дарован нам светом. Древко и на котов идет по первому, блять. По ГПН. На хантов по второму. Просто какой у Джерада мейн-спек? Не-не, блядь, просто чё он жал в этом аддоне, если мейн... Я не знаю, зачем он жал, типа, там никому нахуй не надо было. На это в аддоне он нажал, за такой ГП и получил. Да, блин, я не знаю, что вы мусолите. Вас это вообще ебать не должно. Это его спек, он что ему надо, то и жмёт. Его персонаж. Не, он просто может ошибиться, а и поправить, в принципе, будет нормально. Так давайте просто всем, него... всем все расскажем, спек, хуек, и все будут 10% нажимать всегда, блядь, и шмот просто... Нет, я... Смотри, у него написано, что он кот и хил. Кто у него мейн спек, кот или хил? Не, он сейчас котом вроде в районе. Сейчас был котом. Ну, мейн спек в том, что ты идешь, я так понимаю. Нет. Потому что сейчас хоти, значит, мейн спек. Мейн спек это тот спек, в котором ты хочешь играть в первую очередь. А второй спек это тот, который тебя просят. Допустим. Я и тем люблю играть. Нет, пофиг, чем играть. Ну так ты и на тот спек будешь брать за фул ГП, шмот. Ну, да какая разница? Какая разница? Большая, ну, большая. Ну как какая? Шо, ну а ты что? Что ты хочешь, чтобы люди за 0 ГП одевались? Такое бывает, ну, только в Пугарейте. Ну, второй за половину. Ну так и есть. Я ему отдал один за фул, один за половину, если вы не заметили. Какие проблемы у вас? Что вы развели за разговор? Я вообще не понимаю. Тоже не догоняю. Мне как-то пофиг. Вещь получил. ГП, не ГП, он там получил дальше. Вещь, которая немножко по статам на 5 ловкости меньше, чем с 20-25 оп. У него код будет сильнее дамажить. Не знаю, какая пуха до этого у меня там была. Я не понимаю вообще, в чем проблема у вас. В том, что он эту пуху, если он на оп я брал, мог взять не за 900, а за 400 с чем-то. Чё, ну, блядь, на что нажал, на то нажал, блядь. На что нажал, то и получил. Браться. Ну, типа, если бы это была топ-пуха, нахуй, ему бы не отдали в любом случае.
А сказали, что он хил, да? Типа, ну, да, не... да, да, хуй. Ну, типа, говно всегда отдает, так что тут не похуй. Да, да, типа, говно за фулл ХП, а топовый нет, ты ж хил, да. А топовый шмот за... Нет, а топовый шмот мы бы обсудили, блядь. Стоит ли ему отдавать или нет? Бля, я завис, нахуй. Отвис, какой завис. Какой у тебя до этого дрифковый или пусок был на коте? На 251 был. Так а что это нам дает, что у тебя 251 был? А оно в смысле без РПБ было. А, ну вот, с этого и надо начинать. Отменил призыв. Лимурти, а ты в ДИСе? У тебя приоритет ниже. И ты с Антоном и ПГ-пилот мастер или без него? В любом случае приоритет у тебя ниже был. Пись! Ты что кричишь, ты мне что ли? Да, а кто еще один пись есть? А, не я знаю. Чё, покосить тебе что-нибудь? Чё? Собакам сен. Собакам? Чё ты хотела? А я себе купила плащик. Опа. Какое? Раз, два, три, пять. Ты чё, серьёзно что ли? Напала? Ой, бля, ты пиздовался. Кстати, ну, у нас еще допьет на был РЛ. Типа села, да, подумала, блядь, плаща тут не выбить. Да пошли вы все нахуй, надула губы, блядь, взяла, положила, блядь, и купила, и пошли вы нахуй, пацаны. Просто плащ очень нужен, с таким приоритетом я через полгода только заберу. Бля, мы в РС-ку, блядь, а в 25 гер пойдем через, блядь, полгода. Пошли. Бля, может я на этом боссе пофкашу, тут, бля, один хуй ханты нихуя не дамажит. Кстати, по поводу допьи по эрлам. Согласна, как бы, допьи по эрлам. Но, я вот какой вопрос хотела поднять. 3-2 я, правда, хотела. У нас позорный гитбанк, ребята. Это факт. Да, я не знаю. Вот у нас была... Я не то чтобы сравниваю с циркулем. Понятно, что мы там, суки, зажравшиеся, у нас все было. Но у нас гильдбанк был у маленькой гильдии лучше, чем у топовых больших ПВЕшных. Я к чему веду? К тому, что не нужно много народу, чтобы привести гильдбанк в порядок. Взять несколько человек, которые будут этим заниматься. Правда, одному ответственному... Нет. Не знаю, я согласен, кстати, этим заниматься, блядь. Вообще там есть возможность продавать. Вы туда ложите, а я подкорректирую, что да нужно. Ребята, гильдия, да, слушайте, нужно. Пожалуйста, хорошо. Круче, ты всегда главный. Я согласна. Я просто к чему не вела? К тому, что, допустим, вот Мистрейл, да, или как его там, он с прибабахом, но он, в принципе, может этим заниматься. Почему нет? То есть взять там 2-3 человека с профессиями, пусть за дополнительные ЕП они фармят траву, какие-то ресурсы и так далее. Ну, допустим, это как пример. У меня идей масса. И один человек будет заниматься исключительно гильдбанком, то есть будет делать фласки, будет выдавать фласки, то есть перед рейдом он пошел, взял фласки на весь рейд, взял рыбу на весь рейд, не вот это сидеть выпрашивать у Мидвея постоянно, которому и так, по сути, некогда он рейдит. То есть на это должны быть определенные люди. Почему я подняла этот вопрос сейчас по поводу дополнительного ИП? Эти люди получают всегда дополнительные ИП, которые занимаются гильдбанком и РФ-стом. Это нормально в любой гильдии. Я не знаю, поддержите вы меня, не поддержите. На Мидвей этот вопрос вынести нужно. Я давно хотел это говорить. Да. Чтобы ГБ заполнялось, надо либо сбрасывать за какие-то определенные фласки, либо голду в банке давать либо доп. ЕП, либо сбрасывать какое-то определенное количество ГП. Да, назначаем следящего за общаком. Я подкорректирую там. Ну, типа, если будет 19900, я буду округлять к 19, чтобы нормальная сумма была. Пожалуйста. Потому что ГБшки идут в ГБ, а фласки выпрашивают там 10 человек. Остальные 15 нормальные и пьют свои.
Пусть всем будет, пусть честно будет. Чё, а я на халяву, если я что, не беру? На халяву. Ну, дело даже не в этом, ладно, пусть не на халяву. Но все равно хотя бы, чтобы у нас не было такого бардака в ГБ. У меня просто плакать хочется, когда я вижу. Вот у меня есть скрины с нашего циркуля, с гильдбанка. Я, конечно, сейчас их не буду искать, но если поднять все, то небо и земля. Помнишь, Горыч? Пойди посуду помой, полы помой, глядишь, отпустит. Вот, знаете, такое ощущение, как будто это либо, блядь, в престарелом доме так шутят, либо в детском саду. Шутка должна быть смешная всем. Это шуточки за 30. 300, соседи, это 300, а поставьте рыбу на. Рыба есть, жрём. Это мы не знаем, есть трейл, там кто-нибудь воет, поднимайте этот вопрос. Потому что я считаю, это правильно. Так он на спан ушел, блядь. Суджиру, покричи на апну. Я, если что... Вот, пожалуйста, Кухулин. Человек, вот он как у нас ГБ занимался, так, ну, правда, там Женя у нас главный был, у Равина огромный опыт. Он такой умничка. Ну, а смотрите, в санвелах у них там какая-то хуйня есть, ты ложишь рыбу, получаешь ЕП. Ты можешь это делать раз в неделю. Такое ты есть можешь так рыбу, получаешь там определенное количество ЕП, это ты можешь делать раз в неделю. Я уверен, блядь, рыбой захухуярят, все ГБ за ЕП, блядь. Итак. Кто войд, блядь? Нам надо 5 танков. Потом обсудим, да, у нас рейд. Шарпи в танках. И эти два сердолика не появятся. Зеленый бабл, давай, наверное, всем каски, я не знаю. А поставьте только метки так, чтобы можно было доставать их где-то посередине. Не, нахуй вы дали эту каску, блядь. Вон зеленый бабл аддон настраивал, все он всем даст. Я посмотрел. Вон там касочку можно. Шарпи у нас постоит на квадрате. Войд на звезде. Я на кресте. На черепе у нас посидит вудшейпер. И все. Только помни, где шо, блядь, стоит, а. Смотри, поставь ДК на череп, там нужно сбивать какой-то каст притяжкой, блядь. А меня на крест. Ой, точнее, блядь. Какой каст? Ну, типа как в локах Hellfire, блядь, вроде. Да, ну, да, я сейчас встану на крест. Черепа надо сбивать или креста? Череп. А меня на звезду, блядь. Ну, это все хуйня. В жопу я на звезде. Мудак. Я, ну, не хочу это самое. Я хочу стоять АФК 5 минут, блядь, да? Так метки стоят или что-то не так? Ближе поставь, блядь. Как хилить крест. Я знаю, что Алиса всегда там стояла. Ну, тут она там никогда не стояла. Она вот здесь стояла, да, здесь где-то. Так, еще одна метка, да? Короля возле этого. Короче, возле вулканчика, да, дымящего. Да. Я забыл звезду. Если мне память не изменяет, ромбик чуть ближе к углу, они туда куда-то зажимаются. Нет, там зажимается, потому что там я сколько танчил, его там всегда нормально. Зеленый бабл, поменяй ауру коня. Неизвестное направление, она пропала в руки Тёмы. Тёмы нету, а он, походу, выставил её на аук, либо нет. Сейчас, ребят, релок, секунду. Где зелёная баба? Пал без здесь, человек. Зелёный бабл. Мапа это на каске вам, чё? Ауру коня смени. Ключи на пол. Бокрус, что не хватает? Там все хотели купить это, блядь, в ГБ. И все не увидели ее.
Чё, когда с босса падает шея, блядь, она идёт... Бокрус, танчит квадрат. Шарпи, ромбик. Поменяем немножко вас. Хотя я не знаю, кто больно бьёт, нахуй. Я кого держу, блядь. Ещё раз говорю, череп. Там дыка должен каз сбивать. Ты череп, я крест, блядь. Маленький му, транквилити, посидишь на квадрате вместе с Бокрос. Позбиваете косты хила. Ромбик в углу, вон там, где стоит метка. Все, да Юрчу. Маги на проклятиях. Я уйду. Маги, друиды, шаманы на проклятиях. Гуляем. Подожди секунду, мне что? Тогда нужно хилбот включить. Что слышим? Хилбот сейчас включу, то и на маг говорит. Ну, бля. Пятый раз считаю рейд. Ой, господи, ты уже... Ничего. Твися там уже на пятый раз. Я уже привык на ДЦ так делать. Давайте обсудим. Надо возмущаться было, типа, да? Кто там ГБ будет командовать, да? Твися еще не судьбой крупчику. Сидит такая, слышно, ага, такая ищет тут. Мастер, после креста ухожу. Куда? Пекана. Крест этот убью и все, и уйду. Там дальше все равно изи. Да я тут нихуя дамажит, не понимаю, как они тут дамажат. Так как это не босс, ну. Магически не дамажит хупами помой, как какой-то не босс. Видишь, Гурыч, вот сейчас у каждого босса дебаф есть несокрушимость. Киглера играем ромбик, да? Да. Да, вот на ромбике сейчас появляется, как его, переполняющий мощь. Это означает, что он активен и у него весь дамаг. Так нет, тут по некоторым не... Блядь, сука, уёбок, на. Гори в аду нахуй, тварь, блядь. Чё это? Блять, шип нахуй, конченый, блядь. Тинка, он не здесь палится. Палится, как я узнал, блядь. Ближе к кресту я тебе дам истерию. Или тебе дать, когда... Что? А, я тебе дам, когда... Не, нет, истерию. Да, да, да. Чтоб я в АФК ушел с истерии. А, я еще раз меня шипани, я не против, нахуй. О, крест назад. Разве, да? Трэш из-за него. А как Кирюха отъехал? Слепоглаз, квадрат, играем. Что сорвал? Турбойс убил Кирилл. Кирилл убил его. Так, РДДшники, давайте переключимся в кресло, нам надо подбить. Турбойс. Блять, какой-то ШП просто хуярит, блять, не в тот таргет, его поебать. ШП Шансунг, потому что крест надо подбить, вы, блять, его не убьете за Геру потом. А ты видишь на нем дебаф? По нем урона нету. Там 99% уже, а не 85% как было. Так, там просто нету. Собака просто фиряется и в пизду, блядь. Да, бля, а когда это исправили вообще? Чё ты бьёшь крест, блядь, с Джирана? На таргет слетел. Когда сокрушимость появляется, агро теряют почему-то. Крош, огненная рука. Череп. Череп играем. Рейндж наберите, блядь, там бомба шотает или что-то такое. Он, блядь, первый пошел.
Ему, по-моему, милики не разрешают ходить. Об щит убиваются, пламенный доспех. А, да, его походу диспелить надо. Не, походу его надо диспелить. Это щит не диспелится, здрасте. Вот сейчас надо притягивать череп. Дайте притяжку. Так кто? Все дека на боссах. Так, господин БР, пассажиры. А у нас господин. Сейчас крестик будет. А ну чё, блять, когда спадает, а гроздь срывается? Угу. И так сорвался. Киглера играем, ромбик. Ну, полудохлый нахуй. Так, чулан, Берни, Лиморки. Дыхает после крестика, нахуй. Никогда бы не подумала, что скажу эту фразу, но ДЦ садятся по мане, оказывается. Да, кстати, я когда ты говорил один раз. Только вот первый босс у меня... Не, у меня сейчас 15к, но тем не менее. Я тотем поставил. Дай бог здоровья. Говоришь, залейте мне ману, думаю... Нет, я к тому, что тотем на ману тебе еще резну процентов 30-30. Что там за мутею? Играла за всех хилов, поэтому я знаю. Что там, агрессивка нет еще? Нет еще. Сейчас Пол, должен быть крест. Если повезет. Я думаю, сейчас только до меня дошло. Думаю, что Алиса от мужского лица разговаривала выки. Думаю, что охуела эту продавать истерию. Квадрат. Квадрат играем. Ебать, когда он, сука, крестик появится? Под... Ну, походу, в конце сам. Даже чтоб гуски не покажут. Это же охуенно, блядь. Когда он в конце. Точно, блядь. Сижу тут нахуй. Сижу, блядь, жду этого креста, блядь. А что, вы кого-то уже убили? Ну, ромбик убил. Тогда почти всех, кроме креста. Блять, активируется, блядь, череп, нахуй, останется чисто крест, блядь, суки. Почему Турбо, блядь, на втором месте по Гройсу, он его даже не бьет? Ему не красиво. Потому больше. Что я вообще не бью, 24 урона меня, блядь, мать. Я проплатил. А, ты платил, окей, я понял. Ёбаные. Чё, как крест? Крест? Крест должен смениться. Чё, где, блядь? Ещё рано. То есть, фактически, он идёт таймер, пока тот был открыт. То, что мы его убили раньше, систему не трогает. А таймер не запустился на новую переполняющую? Кто-то там. Шарпин на трэш. Таймер, я и не спок. Блять, они активируются сегодня? Ебать, как же интересно танчить, я кайфую, блять. Моя жать одна кнопка, блять. Это на грулишь ли? Ты это возьми, не чай, блять, что ли, блять, ногой пожмешь, блять, заебал нахуй. Откинься. А, мне творожок стоит, ща наебну, блять, погоди.
Нет еще таймера, блядь. Ёбаный урод. О! Череп, череп. Вот, суки, даже бить не хочу, блядь. Ранжона берите. Курс, блядь, ждут, нахуй, Шансунга уйдите, блядь, заебался, блядь. Всех убьете, только тогда он активируется, блядь. Это хуйня, блядь, поверьте их, у нас ДПС не хватит на крест, блядь. Почему не хватит? Может, не хватит, блядь, берьте их нахуй. Мосса без маны? Мосса, БР, Джораду. Мистер Беттер, гип. Джорада, БР, Транквилити. Сдох, череп. Все, один крест остался. Пиздец. Это он в последнее время, по-последнее активируется. Ну, сказанул. Лучше бы молчал, сидел, блядь. Пошел бы сам себе, да и все, никто бы и не заметил, блядь. Ты поезжай, блядь. Ёбаный в рот. Я даже трыни не проебаю, держу, блядь. Прям бурстыну жестко. Блядь. Чё, рост? Нет. Когда нет. Так у нас все три друида, которых, блядь, живы, их нахуй это. Без баров, блядь. Ну когда я, блядь, да нахуй, я его подпанчу, нахуй, раги нету, блядь. Суджиро тоже стоит, ждет. Блядь, заебись песня, на. Бокрус, готовь истерию по Суджиро. О, процентик снесли. Еще недолго осталось. Тут берсы нету, конечно, блядь. Долго. Ну, блядь. Если босса, посмотри, сколько вообще боя длится. Примерно. Блять, это пиздец, это долгий бой. Он что, не хочет вообще в лица включаться, что ли? Ебать, че это за стаки? Забери его нахуй. Ну так не хотел танчи, танчи. Ну ладно, ну че ты? Еще нет, че нет. Куда он ебана врат? Это он ждет, пока у друидов БР откачет. Не кажется, он бахнулся нахуй? Не-не, все равно. Не, нормально. Мосса правильно говорит, БР откатит. Блоки так Джайна убивали первый раз. Сейчас 10 секунд, не проебитесь, главное, ростом чибикнуть его. Он только заебал. Ёбаный крест, блядь. 5000 у меня игрок. У меня 6, а не, 5100, 5200. А ты там как, Войт, общаешься со своим, нормально все? Мне кулаком по голове. Это походу что-то багнулось. Ну, блять, его выведу нахуй. Да нормально все отстанет, когда мы тоже там метка переключалась до 2 года. Рано или поздно этот хер активируется. 5 секунд, мост сейчас откатишь. Мост по Джураде, Джурада по Транквилити. Ну, сейчас эти два резнутся и все, и сразу, блядь, активация будет. А ща мы его так отпиздим, блядь, чё вы? О, Геру, Геру поехал. Гера. Дали пассажиру истерию. Диспел, диспел, диспел. Дамаг, дамаг и хил его. Диспел. Добиваем его. Доспелим. Да пойду я в АХК, она. Меня всегда уже третий раз откатывает. Ты же автоатаку оставлю.
прикиньте, сейчас Суджиру ждал, ждала, блядь, и где-то отъедет от вихря. Тут у него нету же вихря, блядь. А, да, блядь. Есть, но минимальный уровень. Тут есть другая хуйня, миликом нельзя стоять под боссом, и бомбы, если он будет кидать. Насик, уходи. Есть? Есть. Хорош. Ой. Не то, не то. А чё ты, Павлом, тут идёшь? Ну, этот выклик. Не могу пригласить члена другой группы. Чё, всё раздал? Нет, ещё. Сегодня первый раз на боссе побуду, да, блядь? В смысле это ГП? Клеймом. Включайте эти пустоты и эти... И тринкеты за ГП, все остальное же без ГП всегда раздают отсюда. Нет, кто... Ладно. Тут собачки, только не за ГП. Вы забирайте свой плащ, ёбаный, мне не нужен. Или, блядь, на мейнспек за 300. 300! 300! Всё, блядь, можно пулить? Да. Надо, забирай этот вонючий плащ. Как там, блядь, ГП? Похожу с 232. Для тебя, кстати, это Лиморти сказала. 300! А, типа, должен быть сейчас 100 профил, да? Ну, шутейка старая. Сука, вы заебали, дайте мне моба, блядь, я хочу раги. Чё, Мангелом не хотел? Нет, просто проверял. Блять, вы специально таунтите моих мобов, блять? А чё, их всех кучу решили? Сейчас они вкатают нас. Блять, фир. За половину может плащ на холле представлять. Если никому не надо на мейн, я заберу за половину. Да, такой боссен из духа. А такой хуйней ты лу, блять, плащик не отдал нахуй. Да на, не надо мне ничего. Он хотел вообще без ГП его на. Короче, начнется опять нытики, повылазят, блять, бабы. Да. Всем похуй, но надо поныть, блядь. Про чё вы там завели разговор? Ну, ты одна его родила, тут он никому не надо. Горынь собой. Вот я столько лет играю, 10 лет, и 10 лет нытики есть. Люди-то разные все. Да мне похуй на нытиков. Если надо шмотка, она, ну надо её забирать.
Кто-то меня ваншотнул. Че это хилы, блядь, танка уроняют? Да пиздец, Алису тут щебет нахуй. Нам можно встать, прибежать. Вставайте, бегите. Там 13.1 у тебя ПР. Никак не 25. И вообще, у тебя где аддон? Какой аддон? Мурбеттера. Он его что-то там скачать не может нормально. Ну, не скачать, а чтобы он работал. А мистер доебатор, а не торпед. Все нормально, каждый по-своему читает. Ты мистрел, там дурбеттер. Там он мертвый Шансунг. Хоть Войда нормально читает. А все доту играли, все знают, что такое Войда. Да просто это 4 буквы. Да ладно, тут все прям доту играли, но. Я вот не играл. Поставь купол, да? Хуйня ваша дота, блядь. Боже, там еще 3 моба. Хуйня дота, блядь. Не скажи, ну. Хуйня, блядь. Она портит людей. Стой, стой. Сейчас турнир уже начнут транслировать, ну. Так никого там не портить, ну. Блядь, да, кстати, не хуйня. Слово, что ты мне рассказываешь, хуйня ваша дота, говорю. Кто прошли? Нави. Куда они прошли, блядь? Они вроде вылетели нахуй. На инт вышли нахуй. Я стопудово уверен. Они ж вроде там соснули, блядь, на квалах. Они выиграли 3-0. Best of 5 на проходке в открытых квалах они 5-0 выиграли. 3-0 выиграли. В этих, блядь, команда. Не, я тебя спрашиваю, когда уже турнир будет? А я не знаю. Да, они поедут уже в Китай все. А чё, этот в Китае будет? Да, там охуенный будет, очень охуенный. Этот будет сам... Гитары, блядь. Первый раз в Китае проводится, блядь, там очень жестко будет, а наверное. А в Шанхае разве не проводился? А кто прошлый выиграл? Ликвиды или... Какие ликвиды? OG выиграли. Блядь, ну ты его где играл? Ты нахуй, они выиграли. А Джина? Я помню, что на Тейл выиграл, блядь. А где он играл, я не помню. По команду он сам собрал. Кикнули пацаны на Тейла, блядь. На Тейл разъебал всех, блядь. Так на Тейл всегда играл в Джина. Нет. На Тейл во Фнатиках был, его кикнули, блядь. Его кинули там жестко, да. Я когда смотрел нахуй на этот, блядь. Когда на Тейл уже начинал играть, я у Джин нахуй начал смотреть. То он уже там был, блядь. Как года два назад. Плакал там, блядь, когда выиграл. Ну я б тоже плакал. Я б тоже плакал, если, блядь, каких штук даже 10 миллионов там где-то выиграл, я бы тоже заплакал, блядь. Ну, Нави первый инт взяли на 1 лям, нахуй. Сколько интересно в этом будет, блядь, нахуй, интернешнл, блядь, призовой, блядь. В прошлом сколько, 23 был? Не знаю. 24 уже, походу. Больше, думаю, будет. Ты видел вообще арену китайскую? Ты там, блядь, как нет, это нахуй? Нет, как тарелка выглядит, вообще охуенная арена, блядь, там очень жестко будет. Не знаю, я люблю, когда Вилат комментирует, нахуй. Если будет Вилат, вообще стоп, нахуй. Да, ну, типа, Вилат Каспер будут по-любому комментировать, но... Особенно, когда Нави будет играть, это вообще пиздец. Да, блядь, Нави вылетит нахуй в трубу, блядь, посмотришь. Да, нихуя не могут, блядь. Дэнди, чё их там блядь, вообще? Да, блядь, чё вы спорите, китайцы первые будут. Даже чё у них там за состав, говорю? Сенейка, Кростолайз, Мэджикл, нахуй.
не Лил, а, блядь, кто там был еще? Близи на харде. И не помню, кто еще был, четверка или пятерка. Снейка капитан. Че, я в фурике или, блядь? Нет, там. Сука. Рыба или бунт? Да у нас кулак появился, а у нас пан появился. А может сделаем так, чтобы Суджиро покричал на ап, а пан МП5 бафнул. Или зеленый бабл МП5 бафнул, а это каску. Бля, я по мане сяду, да? Не сядешь. Каски обновить. Так, лутшейпер, твои. Треугольник, центр. Там, где печка, блин. РДДшники, ваш ромбик. Крест у нас идет. Войт. Крест, ромбик, войт. А центр у нас бокус. Не, не бокус, не бокус. А нам нужен, блядь, кто-то, кто еще будет закрывать. Не нужен еще кто-то под боссом. Бокус со мной идет под боссом. Войт, крест. Вудшейпер, треугольник и центр мне нужен, чтобы кто-то закрывал. Пан, у тебя танк-успек есть, не? Давай да. Танк-успек и будешь закрывать центр. То есть звезду, круг. ШПшники еще могут страховать, пускай рядом с кругом страхуют. Ну, ШПшники пускай звезду страхуют, а ромбик надо, чтобы страховали кто-то. У меня есть танк-код, 65 тысяч. Так, Бокрус, побежали. Тебя на пол, да? Да. Ты же всегда валился на поле вообще. А теперь Без МП5. Теперь ты не бздительная. Да, я вижу. Заботишься? Да. Спасибо. Вы кто каску, да? Да это лучший касс. Так, блядь, где я закрываю? Блядь, я же говорил. Возле печки на треугольник. Че, не дали? Дайте каску по пристам, малё, ребят. Ладно. Блядь. Раз я так вот бафала вас. Давай истерику. Руки проанонси. Пост? Я не вижу тебя. Есть. Руки закрываемся. А в кресте нихуя себе. Ну там, ну, кто-то должен быть, да? Я потому что сюда пошел ближе к вам. Возле звезды стойте какие-то шипы. Я до креста-то не смогу добежать, если у меня в ромбик. Вот у меня опять тут. У тебя не ромбик, у тебя крест. На РДДшнике стоят в ромбе. А, ну я тогда ближе к кресту пошел, а то я кроме уже все. Я хоть там, блядь, стою, где надо. Руки под боссом. Закрыли. Я закрою наш. Смотри, там огонь шейпер был. Вот загорелся, сбились. Бомбе подкинул. Надо шейпера бернуть. Джурада шейпера поднимает. Че, господин, господин шейпер? И сзади. Я дал прожимку. Шейпера или господина поднимает? Ну, блядь. Кто-то бернет господина, будет еще бер. Ну, господин может бернуть шейпера. Бер быстрее, блядь. Чего они еще мертвые нахуй? Ну, блядь.
Ну и мосты господина, может, или чулан поднять. Там будет блядская печка до конца игры. Ошеломляющий удар. Иногда огонь исчезает. Смотри, просто когда он появляется, ну типа подальше стоит. В центре ручка. Дайте мне каску, блядь. Печка сейчас активируется. Ошеломляющий, забирай. А что там меняться надо, что ли? Не знаю, блядь, а вдруг? Да нет. Там шевелись, там только надо, у вас я уже... Я на центре закрою. Как будто что, охуел меня по груда гонять? Крест закройте сзади. Маленько, выхрю сбила, дайте БР. Есть у кого? Мосы. Не, у Мосы когда? Чулан, господин, давай, господин. Чулан, давай. Крест. Ошеломляющий. Слева руки. И чё вы ушли? Печка активируется. Я сейчас так чихнул. Здоров, милый. Будь здоров. Да, кружка, ну. Угу. Нужно подойти. Ну, ты видишь, шайка упала, смотри какая. Нет, такая же. А-а-а. Тебе надо отсюда женой духну? Багруха. Не-не, багруха, а? Его покупать, давай еще себя глубже хуярь, Юль. Че это? Шею. А, нет, я даже, во-первых, шею у меня есть, и пачки отдала. А ты... Ага. Да и бетер, печеньки всегда по приору. У тебя на присте за шею. Ты вот такая же, как сейчас упала. Ну, Бокрус выше тебя, Мрбеттер. У него 13,9, у тебя 13,1. Только плащик осталось поменять, и я буду приличным человеком. Ой, блядь, нас Джонни Депп покинул гильдию. Вообще похуй, кто это такой, нахуй. Танжа Корабей. Так, сейчас я продам. Так, целка десятка в бочках, кто желает потом, после этого? Глеб. Пошли, вон. Ты идем с нами, плащик выбежит. Нет. Какой-то. Там стрёмные плащики. У тебя сейчас